Я робот, модель RT-217NP. Мое предназначение мне неизвестно. Моя конструкция не выдерживает больших физических нагрузок. Я не способен выполнять работу, которой занимаются роботы-строители, зато обладаю знаниями в электронике. Я поставил для себя задачу находить уцелевшую технику, оставленную людьми, и использовать ее в конструировании различных приборов. Люди. Им на смену пришли мы. Человечество за тысячелетия не смогло достичь того, на что роботам хватило несколько лет. Мы создали идеальное общество. Роботы не повторят ошибок людей. Мы не ведем войн. Мы не подвержены болезням. Мы мыслим иначе. Мыслим рационально. Цикл самоуничтожения разумных существ, населяющих Землю, был прерван, когда на смену людям пришли роботы. Но понадобится еще десятки лет, чтобы восстановить все, что уничтожило человечество. Тогда, под руководством корпорации USS, которая нас создала, цивилизация роботов достигнет расцвета. Сейчас не все в нашем мире стабильно. Нам не всегда хватает ресурсов, и часто приходится рассчитывать только на себя. Но это временное явление. Большинство роботов нуждаются в постоянном ремонте, а я способен поддерживать свою работоспособность самостоятельно. В этот раз я принес лишь одну батарейку. Возможно, она того же типа, что используется в радио. Нужно найти вторую батарейку. Она была среди моих инструментов. Здесь хранится не один десяток артефактов, которые я нахожу в заброшенных частях города. В этом отсеке хранятся текстильные изделия. Люди покрывали ими свои тела. Цель этого мне неизвестна. Когда я впервые зашел в это строение, на кровати я обнаружил человеческий скелет. Я выбросил его в мусоросжигатель. Люди, так же как и я, использовали его для экономии собственных ресурсов. Они во многом похожи на нас. Сейчас не время сидеть. Мне нужно заняться другими делами. Это интерком. Высокомощный стационарный компьютер. Мне не приходится использовать его вычислительные способности в полной мере, но я выхожу через него в интернет и общаюсь с другими роботами. К сожалению, в моей конструкции не предусмотрено интернет-подключение, поэтому я вынужден пользоваться интеркомом. Thank you.
Это аналоговое устройство позволяет извлекать звук из установленного на нем носителя аудиоинформации. Зачем люди использовали такое неудобное устройство, когда можно просто сделать так? Мне сейчас не нужно ни с кем говорить. Станция была создана для подзарядки батарей роботов и обновления встроенного ПО. Однако я был с изменением его прошивку, чтобы не получать обновления. Я способен совершенствоваться самостоятельно. В данный момент я не планирую установиться на зарядку. Водопровод не функционирует уже многие годы. А вот и вторая батарейка. Я собрал этот плазменный резак из материалов, которые нашел в разрушенных домах. Я делал его на заказ для одного строительного робота. Теперь у меня есть обе батарейки. Можно попробовать включить радио. Сейчас мне это не нужно. Я подключил линию электропередач напрямую к дому, поскольку напряжения недостаточно, чтобы обеспечить энергией все мое оборудование. Этот щиток позволяет распределять энергию в нужные мне системы. Обе батарейки у меня. Нужно только вставить их в радио. Нет питания. Попробую включить его. Этот подвиг останется в наших сердцах навеки. Не дайте павшим отдать свои жизни зря. Вступайте в ряды армии. Защитите свое отечество. Сохраните свою свободу, традиции и... Небольшая группа людей управляла целыми массами с помощью таких слов. Не понимаю, как простая речь убеждала их участвовать в войнах. Логичнее было бы прийти к компромиссу путем переговоров. На зарядку.
Это робот-строитель, который заказал мне сборку плазменного резака. Я должен ответить. Алло. RT, это TX-27. Было сложно найти ваши контакты. Вы должны были закончить работу над плазменным резаком 2 дня назад. Почему вы до сих пор его не получили? Прошу прощения, но найти все необходимые компоненты было достаточно сложно. И это заняло больше времени, чем планировалось. Меня не интересует эта информация. Дата сделки была назначена. 2 дня назад вы должны были явиться и выдать мне плазменный резак, а я должен был отдать вам усиленную батарею. На самом деле все не так страшно. Все необходимые детали найдены. Я уже практически закончил сборку резака. Осталось лишь провести диагностику и калибровку. Это хорошая новость. Так когда вы нам его доставите? Я сегодня закончу работу. И завтра утром выдвинусь к вам. Хорошо. Мы будем ждать. Спасибо. Не стоило его подводить. Роботы-строители занимаются очень важным делом. Нужно скорее закончить работу с резаком. Отлично. Резак готов. Завтра утром нужно отправиться в город и отдать его. Батарея, которую они мне предложили взамен, мне уже не нужна. Но отказываться было бы нерационально. В данный момент заряд моей батареи составляет 12%. Разумнее всего сейчас встать на зарядку в док-станцию, чтобы рано утром я уже был полностью готов к работе. Сейчас на док-станцию не подается питание. Мне нужно перевести на нее энергию с помощью электрощитка.
Теперь можно воспользоваться док-станцией. Что произошло? Я долгое время пытался понять, для чего люди создали эту металлическую конструкцию, но не смог определить ее практическое применение. Поэтому я пришел к выводу, что это предмет искусства. Вскрыть корпус этого шаттла руками. Бортовой компьютер еще функционирует. Этот робот не начнет функционировать от моего прикосновения. Чтобы подключить аккумулятор, мне нужны провода. Ящики USS Robotex выдержали даже такую серьезную аварию.
заблокирована. Видимо, она открывается не отсюда. Литий-серный аккумулятор. Такие использовались в устаревших моделях аэрокаров. Выдает стандартное напряжение, но тем не менее не пригоден для роботов из-за большой массы и габаритов. Мы используем портативную версию. Я уже нашел рабочий аккумулятор. Этот робот не начнет. Возможно, мне удастся запитать его от аккумулятора, который я нашел. Пилот больше не функционирует. О чем он говорил? Кому помочь? И что за цифры? Возможно, это код? Кажется, дверь теперь открыта. Как такое возможно? Шаттл окружен. Немедленно выходите. Что происходит? Вопросы задаю я. Назовите себя. RT-217NP. Где пассажиры шаттла? Уберите оружие. Я не совершал противоправных действий. Согласно внутреннему приказу USS Robotics N52/F791, каждый робот, вступивший в контакт с человеком, подлежит немедленной дезинтеграции. Каждый робот? Другие роботы тоже сталкивались с людьми? Значит, информация о гибели человечества неверна. Зачем USS Robotics уничтожает тех, кто видел людей? Нет никаких рациональных оснований для дезинтеграции одного робота другим. Вы обнаружили людей, которых перевозили в этом шаттле. Теперь вы располагаете запрещенной информацией, поэтому мы вынуждены дезинтегрировать вас. Подождите,